Эта тыква в полночь так и останется тыквой, но все равно обычно ее назвать нельзя. Жительница Нижнекамска Гушат Сиразова вырастила на садовом участке 30-килограммовый экземпляр. Конечно, до мирового рекорда не дотягивает, он составляет больше 800 килограммов, но название это самого крупного овоща сезона в республике вполне подходит. Тыкву хозяйка не собирается превращать в музейный экспонат, она уже подсчитала, что хватит богатства на 200 пирожков.